Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы пришли сегодня в замечательный клуб Алексея Козлова. У нас большая честь играть в этом месте. Вот. Я хочу выразить отдельную благодарность Сергею Галину и Араику, вообще всем, кто занимается этим клубом, за то, что у нас есть возможность выступать в этом прекрасном месте. Мы начнем сразу на сцене «Орбит Квинтет». Я представлю состав. Дмитрий Лукзин, клавишный. Анна Королева, саксофон, вокал. Феликс Лукутси, электроскрипка, вокал. Антон Горбунов, бас-гитара. Меня зовут Петр Ильшин, я играю на барабанах. И мы сыграем первую пьесу, ее написал Дмитрий Лукзин, она называется «Facebook». Получайте удовольствие. Thank you.
Феликс по пути, и она называется «Лесная песня».
Феликс, уходи, весная песня. Следующее произведение, которое мы сыграем, это красивая, на мой взгляд, соул-баллада, которую написала Анна Королева. Она называется «I care about you». Да? Она ее споет для любителей вокала. Для любителей простуженного вокала. Любители вокала большинство и посвящаются. Thank you.
Да, Анна Королева. Ее чудесный вокал. Как вы успели заметить, все пьесы, которые мы играем, медленные. Все дело в том, что мы просто быстро научились играть. Вот. И следующая, в связи с этим, следующая пьеса тоже будет медленная, как ни странно. Вот. И написал ее Феликс Лакути. Это красивая баллада, которая называется... Инструментальная баллада, инструментальная, которая называется «Поиски».
Thank you.
Спасибо большое. Поездка Феликса на Кухе, которая называется «Поиски». А в завершении первого отделения мы все же сыграем быструю композицию. Несмотря ни на что. Быстрые композиции у нас пишут. Как вы думаете, кто пишет у нас быструю композицию? А, неправильно. Барабанщик написал балладу, которую услышали в втором отделении. А быстрые композиции пишет наш басист. А зовут его Антон Горбунов. Да. И сейчас мы сыграем пьесу, которую он придумал. Инструментальную. Опять-таки. Вокал вы еще услышите во втором отделении, так что не уходите, пожалуйста. Пьеса называется «След». Thank you.
Антон Горбунов, пьеса «След». Спасибо вам большое. А Дмитрий Лукин, клавиши рояль. Анна Королева, саксофон вокал. Феликс Махутин, электроскрипка. Антон Горбунов, бас-гитара. Петр Ишин. Бэнд-лидер. Спасибо вам большое. Мы сделаем большой перерыв и даже вернемся. Первая композиция, которую мы сыграем, я написал Феликс Махути. Она называется «Ориентальный рэп». Но «Ориентальный» — это к ориентации никакого отношения не имеет. Имеет отношение к тому, что вообще вот термин «ориентальный» в музыкальной литературе, как правило, обозначает «восточный». То есть это такая попытка соединить восточную ритмику с рэпом. Вот такая история, «Ориентальный рэп». Thank you.
Working Beset Over Love. Что может быть выше любви?
Поехали. Thank you.
Сталкинг из этого лава. Сейчас мы сыграем произведение моего сочинения. Вот. Все дело в том, что я в последнее время увлекся интересной такой инструментальной джазовой музыкой, которая поступает из Скандинавии и Европы. В частности, это связано с интересом к фестивалю Jazz Baltic. Там выступает большое количество интересных артистов, музыкантов, и я вот под впечатлением этой музыки написал балладу. И сегодня я бы хотел посвятить ее памяти своего друга, который недавно ушел из жизни. Дело в том, что он наполовину был финн, наполовину русский. Мы с ним работали вместе в коллективе Ираклия Пресхалава, когда я был частью этого коллектива. Он был директором. Он мой ровесник и, к сожалению, ушел из жизни. Его больше нет в живых. И эту пьесу я сегодня хотел посвятить его памяти. Она называется «Северное сияние».
Спасибо большое. Всего доброго сегодня. Надо было, наверное, разрядить обстановку, но что-то ничего в голову не приходит. Ладно, сейчас мы сыграем произведение, которое написал Дима Лубдин. Я думаю, что благодаря этим мы, собственно, и разрядим обстановку. Потому что эта пьеса, она, ну как вот не видится, она посвящена такой настоящей любви. Любви настоящей. Проверенной годами. Да, Дим? Она называется «Солярис». Thank you.
Спасибо большое. Мы диалог представляем. Ваша подисмотра. Ну и в завершении нашего выступления мы сыграем композицию, которую написала Анна Королева. Она называется Crazy Moon. Она ее споет. Очень красиво, да, споет? А я, перед тем, как мы начнем... Перед тем, как мы ее сыграем, я, с вашего разрешения, немножко побалуюсь на барабанах чуть-чуть. Вот, а потом мы перейдем к пьесе. Thank you.
Raising now. Oh, yeah.
Thank you.
Thank you.
используем клавиши Куравян. Анна Королева, саксофон, вокал. Феликс Макутини, электроскрипка, вокал. Антон Горбунов, бас-гитара. Петр Ившик, барабаны. Друзья, спасибо этому замечательному клубу и компании «Виктор Иванович».